Добрый вечер, уважаемые телезрители, меня зовут Ингрид, это программа ТОП КАДР. Мы находимся в самом модном клубе Москвы Icon. Сегодня здесь проходит, об этом нам расскажет ведущий этого вечера Дмитрий Володин. Я ему передам это право. Да, не вопрос, привет. Но только что уже закончился конкурс, финал конкурса красоты «Королева столицы 2015». А ты знал до конкурса, кто победит? Откуда мне знать это? Ой, да ладно. Ну, если бы я общался с жюри, непосредственно с ними имел контакт, то, возможно, они сообщали мне на ухо. Но все результаты, которые появились, они, естественно, за кулисами ко мне приходили. И я, выходя на сцену, оглашал, ну, как ты видела, и финальные результаты, кроме самой победительницы, оглашала у нас Аня. Поэтому мне они даже не нужны фактически были. А ты за кого-то болел? Вот тебе кто-то из девушек понравился? Вот так отметил бы кого-то? Я уже говорил там ребятам, что я не могу кого-то выделять лишь по одной причине. Я сегодня приехал, посмотрел. Вот, просто если бы я работал с девочками с самого начала проекта, то, конечно же, была какая-нибудь фаворитка и так далее. Ну, в данном случае можно только по внешним качествам выбирать. Конечно же, были девочки, кто там более в моем вкусе, кто менее в моем вкусе. Ну, однозначно все были симпатичные, и выделять кого-то, естественно, как настоящий мужчина, накануне 8 марта я не стану. Пожелай что-то всем нашим девушкам, которые смотрят на тебя вот из экрана 8 марта. Девчонки, смотрите на нас дольше. Ну, а на самом деле, 8 марта, ну, пожелаю лишь одного, чтобы были те люди, которые подарят вам в этот день и цветы, и улыбки, ну, и от позитивного ведущего позитивчик. Да, это был позитивный ведущий Дмитрий Элвис Володин. Правильно? Да. Спасибо большое тебе за интервью. Увидимся в следующий раз. Пока. Давай.